И вначале мы поговорим о дисциплинарных наказаниях, которые наложены на игроков матча «Витязь-Динамо-Минск». Что касается игрока Сазонова, чеховский «Витязь», в данном случае игрок наказывается материально-денежным штрафом, но не пропускает следующую игру. Бреннан, «Витязь», Чехов, в данном случае, ну, скажем так, игрок, который отличился в кавычках наиболее в этой игре. В данном случае мы весь единодушно, комитет принял решение дополнительную дисквалификацию применить. Итого, игрок хоккеист Бреннан пропускает 4 игры, и на него налагается большой денежный штраф индивидуальный. Тарнаски, хоккейный клуб «Витязь», пропускает 2 матча и наложен на него большой денежный штраф. Панарин, наша молодая звездочка, в данном случае игрок вынужден будет тоже пропустить один матч. Вы помните, что имело место бросание бутылки с водой в зрителей. Именно вот это, как самое отягощающее обстоятельство, нами рассматривается. В данном случае дополнительная дисквалификация, к сожалению, тоже очень большой денежный штраф. Михаил Анисин, хоккейный клуб «Витязь». Здесь мы, наоборот, отменили наложенный на него матч штраф 25 минут и наложили на него дисциплинарный штраф 10 минут, так как в данном случае не имело места контакт, физического контакта со зрителями. Никакой дисквалификации дополнительно не наложено, следующий матч они не пропускают. Главный тренер хоккейного клуба «Витязь» Андрей Назаров. Мы рассматривали материалы, ну, наверное, как минимум 15-16 видеозаписей. Мы получили объяснение сторон, мы получили объяснение судей, руководителей обоих клубов. И в итоге, после долгих споров, размышлений и анализа всех материалов, мы пришли к следующему выводу, что главный тренер хоккейного клуба «Витязь» должен будет дисквалифицирован на 2 матча, то есть следующие 2 матча он пропускает. И на него наложен большой денежный штраф. Это что касается игроков и тренеров. Теперь судейство матча. Судейство матча признано в недостаточной степени высокопрофессиональным. На судьи будут наложены также дисциплинарные наказания, и они понесут, соответственно, большие финансовые потери. Но, как ни странно, у нас большие претензии не только к главным арбитрам, но и к лайнсменам. Лайнсмены, наверное, Александр применит не более жесткие санкции, потому что лайнсмены пропускали нарушения, которые, ну, за которыми должны следить, кажется, в 4 глаза, когда целых 15 минут хоккейный клуб «Динамо» играл в 6 полевых игроков, и лайнсмены этого не заметили. Теперь, что касается вот того снегопада бутылок, который обрушился на лед замечательного дворца спорта в Минске. Честно говоря, мы что-то за последние 10 лет и не припомним, наверное, да, такого обилия посторонних предметов на льду. Поэтому мы, к сожалению, отмечаем, что минский болельщик нас немножко подвел. Да? Столько лет мы считали, что это образец. Это образец дружбы, это образец поведения на зрелищном мероприятии. К сожалению, в этот раз болельщики минские нас подвели. Поэтому мы вынуждены будем применить очень жесткие санкции к «Динамо» Минск. Мы наложим на них большой денежный штраф за необеспечение правопорядка на трибунах. Но еще большие санкции мы, наверное, применим к службе безопасности хоккейного клуба, потому что по заключению наших экспертов и специалистов, служба безопасности хоккейного клуба «Динамо Минск» проявила непрофессионализм. И, наверное, мы поставим вопрос о лишении лицензии главы службы безопасности. Тем более, что мы уже неоднократно предупреждали хоккейный клуб о том, что не дорабатывает ее служба в этом направлении. Более того, мы несколько раз проводили занятия, семинары. Мы рассказывали, как в таких случаях необходимо действовать. И, например, в аналогичной ситуации в Омске вопрос был решен за 3 секунды.
данном случае мы наблюдали чуть ли не 10 минут полное бездействие служб правопорядка, которые не оттеснили игроков от скамейки гостей. Поэтому вот такие наши санкции будут в отношении болельщиков и клуба «Динамо Минск». И здесь нам бы хотелось отметить, что комиссия, в составе которой работают достаточно известные эксперты, специалисты хоккея, никоим образом не подходила к решению этих проблем субъективно. Все основывается строго в соответствии с регламентом. Мы нигде не превысили нормы регламента и нигде не замолчали ни одного недостатка. Мы также рассматривали наряду с этим сегодня и поведение болельщиков, например, и ЦСКА, и Спартака. Наказаны клубы и ЦСКА, и Спартак за недостойное поведение своих болельщиков. И еще мне бы хотелось отметить, что буквально подобная ситуация. Мы с Валерием были на этом матче, как раз в Попраде, когда играл ХК «Лев» и «Витязь» Чехов. И там ситуация была практически зеркальная. И в то же время там даже одной пуговицы не было брошено на лед. Это говорит о том, что все-таки несдержанность минских болельщиков нас огорчила. Вот, наверное, все, что мы хотели довести сегодня до вашего сведения. Пожалуйста, если там кто-то хочет что-то уточнить, то ради бога, пожалуйста. Что значит большие штрафы, крупные суммы? Это приблизительно как, сколько? Штраф складывается из двух составляющих. Одна составляющая прямо прописана в регламенте у игрока, да, например, там 100 тысяч рублей. Плюс также, вот, например, как в НХЛ, вычитывают, если дисквалифицируется игрок на несколько игр, то по специальной шкале высчитывается, сколько стоит его игровой день, и, соответственно, за два игровых дня вычитается у него из зарплаты. Это приличная сумма. Я не могу ее конкретизировать, но то, что это сотни тысяч рублей, это абсолютно точно. А тренер Назаров как у него? Нет, у тренера Назарова вот уже как минимум 130 тысяч у него штраф. Скажите, это первый раз в истории лиг, когда вот подобное разбирательство в отношении тренера приходится проводить? Да нет, конечно. То есть были случаи, когда тренер участвовал в потасовках, не первый раз? Нет, в потасовках нет. Да, надо отметить, что и здесь Назаров в потасовке не участвовал. Не считается, что он участвовал. Это не есть потасовка, это не есть физический контакт с посторонними лицами. Этого не было. Если мы просмотрели эту запись, и Назаров, да, клюшкой бил по стеклу, но не более того. Ну вот как раз здесь там я попал по кому-нибудь, нет? Нет. А как действие его квалифицируется тогда, ну, дословно? Что он сделал? Ну вот, с точки зрения вашей... В строгом соответствии с регламентом это не спортивное поведение. А чтобы точно описать? Да, конечно. Сейчас, секундочку. Дисциплинарный регламент, знаете, как уголовный кодекс, да? Деяние, наказание, от и до. Если там в уголовном кодексе написано от двух до трех, да, лет, то 10 давать нельзя, точно так же и здесь. И наоборот. А если все-таки попал, как болельщику, как квалифицируется? Тогда это квалифицируется совершенно по иной статье, по иному пункту. Это уже квалифицируется как физический контакт с лицами, и в данном случае наказание было бы на порядок строже. Еще вопрос по болельщикам. Вот сейчас везде пишут и говорят о том, что там всего несколько человек на самом деле были зачинщиками этой инцидента, да? И может быть либо какое-то, не знаю, специальное расследование, может быть, правоохранительные органы подключат, чтобы в дальнейшем. Нет, вот здесь мы с удовлетворением отмечаем, что руководство хоккейного клуба «Динамо Минск» заверило нас уже, что зачинщики уже установлены, и к ним будут привлечены меры административного воздействия. С другой стороны, нужно понимать, что зачинщиков было несколько десятков, но только на лед упало больше 100 бутылок. Значит, все-таки нарушали правопорядок гораздо больше людей, нежели вот этот десяток зачинщиков.